Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня прибыла очередная посылочка в разделе «Товары для рыбалки». И пришла мне такая вот плетенка. Плетенка фирмы «Дайва». Турнамент. Заказывал в Китае на сайте AliExpress. Кому будет интересно, заходите по ссылке в описании под видео. Такая вот коробочка. Довольно большая бобина. Заказал 114. Заказал 0,14 миллиметров. Заявленный вес 8 килограмм 800 грамм, на бобине 150 метров. Написано Made in Japan. Сделано в Японии. Довольно мягкая плетенка. На ощупь сечение круглое. Ну, довольно тонкая. 0,14 может здесь и нет, но 0,16 точно будет. В принципе, если она выдержит 5 килограмм, я буду уже рад. Из заказанных с AliExpress плетенок понравилась фирма Pacifan. Потестируем Дайву, на что она будет способна. Сейчас проверим, красится она или нет. Но, скорее всего, эта плетенка краситься не будет, так как она не цветная. Да, даже на мокрую салфетку она не красится. Проведем теперь тест на разрыв. Друзья, проведем краш-тест плетенки. Подготовил в бутыле воду. Сейчас взвесим. Грубо говоря, 6 килограмм. На разрыв заявлено 8 килограмм 800 грамм, во что, конечно, я не поверю после того, как уже испытал многие плетенки. Здесь написано, что плетенка Япония, но тоже, конечно, под сомнением. Проверим. 3 килограмма, 4 килограмма, 4,5, 5 килограмм, 200 грамм. Килограмм, 260 грамм. В принципе, довольно неплохой результат для лески 0,14. Сейчас подготовлю второй отрезок и протестируем еще раз. Подготовил второй отрезок. Пробуем.
3 килограмма. 4 килограмма. 5. Ровно 5 килограмм. Сейчас налью в канистру 5 литров воды и попробую ровно на 5 литрах поднять. Вот, друзья, обнулил весы. Попробуем поднять 5-килограммовую канистру. 3 килограмма, 4 килограмма, 4500, 5. Ровно 5 килограмм оборвалось. Подведем, друзья, итог. Данная плетенка 5 килограмм держит на разрыв от 4800 до 5200. В принципе, для 0,14 это довольно неплохой вес, она выдерживает. Мне также понравилась плетенка Пацифан Оникс. Тоже выдерживает хороший вес. На рыбалке то опробовал, были зацепы, и как бы удачно я выдирал воблеры. Сейчас плетенка Дайва и плетенка Пацифан у меня как бы одинаково располагаются по качеству. Пробуйте, заказывайте, покупайте. Краш-тест провел. Кому интересен именно разрывной вес, то средний разрывной вес шнура 0,14 мм 5 кг. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Всех благ вам и вашим близким.